На самом деле я не так много провел времени в «Динамо», но клуб это значит много в том плане, что когда я рос в школе юности, то это для меня команда «Динамо» это был флагман, я очень стремился туда попасть, и все игроки, которые играли на тот момент в «Динамо», они были, в общем-то, моими кумирами. Я в детстве вел такие тетрадки, там собирал вырезки, поэтому в этом плане да. Но если первое пришествие, скажем так, мое, я даже не сильно помню, то когда я вернулся уже и решил дома, да, вот эту свою спортивную хоккейную карьеру закончить, но это было, наверное, очень ярко. В тот период чемпион Беларуси был, как сейчас говорят, смотрибельным, да, очень интересным, очень много игроков, сильных, серьезных и легионеров, и белорусских, и российских игроков было в этом чемпионате. То есть ходили практически полные трибуны на стадион. Мы первый год сыграли в финале, а второй год выиграли. Поэтому, естественно, это самые яркие воспоминания. Фера на стадионе всегда. Всегда, когда приезжаешь, я думаю, что команда... Болельщики просто показывают команде свое отношение, да, благодарят за тот хоккей, который они показывают. Ну, естественно, я бы хотел, чтобы клуб развивался и становился сильнее.